Здорово, братки! Здорово всем! Меня зовут Фанрикс! Качок! Ну шо ты дрыщ? Прокачался, Пузо накачал тебе! Руки накачал вот такие вот! Пину накачал! Ну не! Попу вот такую вот накачал или нет? Нет? Тогда мы сейчас с тобой быстренько прокачаемся! Всем привет, друзья! Меня зовут Качок Фанрикс! И сегодня мы будем прокачивать свои булки со всех сторон! И сзади, и спереди, и сверху, и снизу! В джим-лиге, друзья! Я уже здесь, я уже тут прокачиваюсь! И мне уже надоело торчать в этом зале несчастном! Поэтому сегодня я буду рвать всех и все! И везде! Для того, чтобы прокачаться по максимуму. Ребята, вышло обновление. Тут еще можно фигачить и фигачить. Просто нереально. Поэтому, что мы делаем сейчас? Конечно же, ставим лайкусики. Подписываемся на канал, если вы еще этого не сделали. А я начинаю. Погнали! А спонсором ролика выступает сайт FanPay, где вы можете купить робоксы, петов и многое другое в любой игре. Все, что вам нужно сделать, это найти нужную игру в списке, выбрать, что хотите купить, проверить продавца, купить предмет, после чего получить предмет и подтвердить сделку. Покупайте робоксы и предметы в любимых играх на FanPay. Лучший сайт, который экономит ваше время и деньги. Ссылка в закрепленном комментарии. The next day. Ну что, вопросы есть? У вас есть вопросы ко мне? Посмотрите на меня, посмотрите, какой я здоровый. Это просто жестко. Друзья, я купил вот этот вот мутант. Купил випочку, и теперь я просто нереальный. Посмотрите, какой я здоровый по сравнению с чуваком. Эй, чувак, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Я закрою тебя просто. У тебя даже видно не будет. Я всех вас закрою. А ну, пошел отсюда. Ребятки, я, конечно, рофлю, но это жестко. Это пипец. Посмотрите, как он просто нереальный чувак. Вот давайте мы сейчас станем вот сюда, возле чувака. Сравним, посмотрите. В два раза больше. Мутант этот просто нереальный. Ребята, я уже прокачал, пока я бегал. Пока я покупал випочку и покупал вот эту вот штуку. Я уже прокачался, и у меня уже не восьмой будет сейчас, а будет сейчас девятый. Поэтому мы сейчас сразу давайте покупаем. Тыдыщ. И о май гад. Ой, чё это? А чё я такой маленький? А чё я маленький такой? А не, я не маленький, ребята. Смотрите, даже и то, что я худее, я все равно выше, чем этот чувак. Но я, правда, такой себе, короче, няшка, какой-то бронзовый няшка. Друзья, 17 172 013 стамины у меня. А ну-ка теперь давайте попробуем, что нам нужно прокачать. Чест, давайте грудь качать. Грудь у нас качается либо вот здесь, на лавке. Где-то лавка, вот она. Но еще есть хорошая штука, где можно грудь качать. Это у нас какой-то был тренажер. Давайте мы к этому тренажеру подойдем. Так, это у нас бэк, это тоже бэк у нас. Это бэк. Все на спину. А грудь у нас нигде не качается. Странно очень, ребята. А, вот. Вот тут, смотрите, качается грудь. Трицепс и шолдерс одновременно качается. Мне кажется, там прикольнее, но все равно, ребята, тут быстрее будет прокачиваться чест, чем там. 60-20-20. А там 50-30-30. Короче, мы сейчас будем качаться, но я предлагаю еще захавать всего. Всякой ерунды полно. Смотрите. Это у нас мани поужин. А я не знаю. Не, мани поужин нам не надо. Вот. Ойл. Сейчас мы намажемся маслом. Давайте мы намажемся маслом, и оно нам дает кэш буст 30%, better pose 15%. Чё-то, короче, не алё, если честно. Давайте что-то еще купим. Чипсы. Маскл буст 25%. Куриная ножка. Маскл буст 35%. Мало, ребята, что-то прям мало все. Вообще вся какая-то ерунда. Единственное, что прикольно, это протеиновая банка, но она стоит 1500, придется все-таки взять. Смотрите, какая она здоровая. Все, мы ее захавали, теперь мы можем качаться. Чувак, лежи, Вставай. Молодец, молодец. Я в тебя верил. Братанчик, не нужно. Не нужно тут подыхать. Ребятки, я еще купил себе вот такие вот на 200к килограмм. Galaxy весы. Они, конечно, тоже мощные пипец. Теперь мы качаемся, ребятки. Давайте качаемся. И стамина уходит просто нереально. Ребята, это пипец, конечно. Стамина просто так уходит. Я в шоке. Смотрите, я 17 миллионов набил. На моем-то алтаре, ребята, всего лишь 9-м. И так быстро стамина уходит. Но это вообще как-то нечестно. Я даже не знаю. Что с этой стаминой делать? А что тут еще можно купить? Может быть, тут что-то можно купить? О, блин, плюс 20 маскл. Ага, это у меня есть. Плюс 100 маскл гейн. Вот, маскл мен можно купить. 399 робуксов. Ну, давайте мы его тогда купим, ребята. А что делать? Плюс 100%. Это, конечно, у них ухры-мухры. Оно сразу вам добавляет. Это прикольная штука. Так, есть. И что теперь? Как-то быстро... А что случилось? Ребята, что случилось с моими весами? Я не понял. Офигеть, ребята, что за дичь? Смотрите, я качаю.
опускаюсь в небеса, просто в невесомости. Я в шоке, ребята, я такой фигни не видел 100 лет. Так, грудак мы накачали, давайте. Опа, ты чё, смотри, смотри, у меня булки большие такие, больше, чем голова. Так, теперь давайте спину качать. Чик, погнали, ребята, уже 1 миллион кг. Ребята, смотрите, я уже таскаю 1 миллион килограмм. Пошла жаришка, давай, 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 Патрикс, давай, давай, давай. Нифига себе, вот это он фигачит. И смотрите, как быстро накачивается спина. Офигеть, я в шоке. Вот это прикольно, конечно. Вот сейчас зайдет, сейчас пройдет буст, и стамина просто будет улетучиваться. Смотрите. Опа. Уходит. Сразу уходит стамина. Но тут еще не так. На чести, конечно, очень быстро уходит. Ребята, прокачиваются. Что у нас тут? Так, чест мы прокачали. Бэк. Ребята, 2,1 миллиарда. 56%. Офигеть. Так, а как открыть нам следующий зал, кстати? Стил. Надо взять стил. Локет. Ага, я взял уже стил. Мне нужно его только пройти, по-моему. Да, мне нужно теперь стил пройти, и я смогу попасть в следующий зал. Неплохо. И еще будет 2 зала. Ну, в плазму, конечно, это жестко вообще попасть. Это на данный момент, по-моему, 3000 человек всего смогли туда попасть. Прикиньте, 100 тысяч играет, 3000 только смогли попасть. Офигеть, 3%. Так, давай, ребятки, бустик работает. Просто прикольно, просто нереально круто. Смотрите, как пошло. 84%, 85%. Сейчас мы быстро прокачаем и пойдем куда? А, в принципе, даже не знаю, на что такое самое серьезное можно ходить. Ребята, АБС у меня прокачан, пресс прокачан на 5,2. Прикиньте, я уже на 2 раза вперед прокачал. Прошлый раз не качал, и в этот раз не качаю. Позапрошлый только прокачался. И нам остается сколько? 6%, ребята, 5%. Давай, Фадрикс, давай. Кстати, я заметил, чем больше у вас стамины, тем быстрее вы прокачиваетесь. Не знаю, что такое, но жесткая у меня пипец. Смотрите, черепаха какая-то. Реально, ребят, смотрите, просто тупо черепаха. Я в шоке, это что такое? У меня какой-то панцирь. Так, есть, и что у нас? И у нас просто какой-то нереально зверский мутант. Попа маленькая, шеи вообще нет, спина просто нереально большая. Так, нужно исправлять, ребятки, нам нужно исправлять, нам нужно, наверное, бицепс теперь качать. Так, давайте теперь бицепс качать, потому что это нереально. Сейчас будет вообще какой-то дистрофик, ребята. Нам нужно здорового, нормального качка. Нам хиляк не подойдет. Все должно быть равномерно и пропорционально. О, пошла жаришка, смотрите. Прикольно, прикольно, давай прокачивайся. Смотрите, уже руки растут потихонечку. 67, 68, 69, 70. Нормально прокачались. Так, что-то мне похавать еще. Что-то мне похавать. Что у меня тут такое? Кеш какой-то. Ладно, не будем это брать. А нет, не будем брать и взяли. Нам нужно что-то еще купить, ребята. Протеиновые мы купили. Протеиновую банку. Так, давайте вот это еще берем. Теперь вот это еще берем. Вот это Reset All Boost. О, молоко Reset All Boost. Если вы выпьете молоко, все бусты пропадут. Так, и вот это берем. Вот так. Теперь хаваем все сразу. Раз, 2 и 3. Вот теперь жестко будет. Теперь будет жестко. Смотрите, попа какая маленькая. Что происходит? Что это такое вообще? Что это такое? Нам нужно ноги качать, наверное. Давайте ноги прокачаем. Да, 100%. Погнали. Ноги. Вот, смотрите. Вот она растет. Видите? Вот попа растет. Вот она сейчас вырастет еще больше. Скоро не влазить будет вообще в эту штуку. Видно, видно. Бегает, бегает. Вижу, вижу, попа. Не можешь не боячить мне. Это попа вместе с ногами. Все полностью. Вот теперь уже получше. Теперь уже серьезно. Так, где она у нас? Вот, Лекс. 24, 25. Отлично. Потихонечку идет. Ну что-то, ребята, я не сильно замечаю здесь разницы. Ладно. Сейчас посмотрим. Есть, ребятки. Прокачали мы попу. Теперь смотрим. О, теперь равномерно хотя бы. Теперь равномерно. У нас теперь руки остались. И вот это вот еще осталось маленькое. Смотрите, уже ходить тяжело. Уже мешает попа ходить. Уже еле-еле ходишь. Теперь руки давайте. Бицепс нам нужно прокачать. Вот он, бицепс. Погнали. Чик. Что у нас тут еще остается? О, у нас тут еще много остается. Бицепс, кельвс, трицепс, shoulders, foreign, shoulders, forearm. Нормально. Предплечье самое основное сейчас прокачаем. О, ребят, смотрите. Видите, у бицепс растет. И предплечье растет. Все растет. И трицепс, короче. Тут прикольный тренажер. Она все потихонечку дает. Все отлично. Бицепс прокачан на 4 миллиарда. Теперь смотрим, что у нас по бицепсу. О, нифига себе. Смотрите, как оно быстро вообще прокачивается. Как громко. Как точнее, как мощно, говорю, громко. Так, теперь предплечье нужно прокачать. 64%. Нам еще остается вот здесь на ногах немножко. Трицепс и шолдерс. Как я и говорил, ребята, не хватает нам нифига. Не хватает нам стамины вообще. Просто от слова совсем. Смотрите, как быстро она уходит. Я не знаю, кстати, я стоял на автокликере, стоял на дорожке вот этой беговой. И меня почему-то выкидывает. Не знаю, почему, хотя у меня автотрейн работает.
так меня все равно выкидывает. Странно. Так, фигня осталась, ребята. 96, 97, 98. И нужно отсюда сваливать. 99. Все, есть. Теперь мы идем на то, что у нас тяжелее прокачивается вот здесь. Shoulders. И нам хватает, чуть-чуть не хватает, чтобы у нас был буст. Теперь смотрите, заходим сюда, ставим прокачку, смотрим. Сейчас пойдет буст у нас. 34%. И что? И поехало, ребята, смотрите. Поехал. Нормально, ребят, смотрите, уже 40%, уже все догоняем. 44. Трицепс тоже у нас качается, нам только ноги останется. Смотрите, оно почти равномерно. 51, 52, отлично. Блин, быстро прокачка идет, вообще круто. Та-дам! И все, ребятки, смотрите, что со мной произошло. Я просто нереальный какой-то жесткий чел. Ребята, стил пройден, смотрите на меня. Офигеть, вот это пипец. Еле ходит, ребята, сейчас рэпнет все на нем. Сейчас штаны треснут прямо на попе. Че за фигня, вот это жесткий чувак. Вот этот, ребята, жесткий здесь прокач вообще. Так, теперь мы берем Unlock Next Gym. Вот он. А, вот, 50 тысяч. О май гад, а денег-то нет, я потратил все. Теперь нам нужно зарабатывать денежку. Где? Вот здесь. Когда оно появится? Чувак, у тебя нет шансов по сравнению со мной. Вообще нет шансов. Так что даже не думай. Все, можешь уходить. Я тут сам. Если ты тут сам стоишь, в принципе, можно вообще даже не двигаться. Все равно заработайте какие-то деньги. А может мне какие-то деньги дадут, когда я код веду? Надо попробовать, ребята. Где тут коды водятся, кстати? А вот коды. А что мне сейчас дадут? Сейчас давайте пройдем, ведем код. Релиз какой-то есть код. Пока что один код знаю. Кстати, ребята, если вы знаете коды, тоже пишите в комментариях. Так, ребятки, сейчас буду вас тут всех, короче, унижать. Смотри на меня, смотри на себя. Вы чё ты? Ты со мной решил попадаться? А ну-ка, смотри. Так, погнали. Клацаю. Ебой, найс. Чё-то слишком вы важные злые чуваки. Смотри, какие надо быть веселым. Таким веселым, что даже конкретно не видно. Он где-то у меня там в груди, ребят, смотрите. Где-то у меня под бородой его голова. Это вообще что произошло? Это как так вообще происходит? Не, вот, ребята, я его не вижу. Ой, так я еще и проигрываю, ребят, прикиньте. Этот чувак слева еще быстрее меня. И сейчас меня еще и обгонит. Сейчас будет жесткая битва. Жесткая битва титаном. Ебой. По-моему, я побеждаю, ребята. По-моему, да? Я уже тут наклацал, у меня уже пальцы, руки, все болит. А ну-ка. Первое место. Да. Знаете, кто тут? Фанрикс. Фанрикс тут, батя, вообще. Наверное, отрыв будет небольшой. Отрыв вообще минимальный, смотрите. Нет отрыва, я не знаю, почему не первое место дали. Да что такое? Судью намыло. Все куплено, все здесь куплено. Так, 48 тысяч. Надо еще. Еще 2 тысячи надо. Может, мы докупим, ребят? Кэш? А тут мало, мало и дорого. Наверное, еще один подождем. Собираем еще, получается, 2 тысячи, покупаем зал. Все, есть, ребята. 57 тысяч у меня. Давайте покупать новый зал. 50 тысяч, нифига себе. Представляю, сколько будет следующий стоить. Так, телепорт, телепортируемся. И вот мы в новом зале, ребята. А что у нас, кстати, тут? Что у нас тут? 10 тысяч нам еще надо, прикиньте. Чтобы купить новую стадию. Нифига себе. Ну ладно, мы пока прокачиваемся. Теперь по стамине, я думаю, сейчас будет уходить просто нереально жестко. Ребята, мне даже страшно. Давайте подойдем на чест. Где у нас чест? А ну-ка, кто у нас? О, как уходит стамина. Ребята, нужно ставить на автокликер по-любому. Но, ребятки, это уже в следующем ролике. Давайте наберем как можно больше лайкусиков под этим видосиком. Подписывайтесь на канал, кто еще это не сделал. А я пойду качаться дальше и прокачиваться уже до последнего. И в последнем покажу, что у нас там происходит. Надо брать, ребята, надо брать вершины. Ну а с вами, как всегда, был ваш Фанрикс. Желаю вам хорошего настроения и до встречи в следующем ролике. Пока-пока!